Папина новая шляпа. Привет, Руби. Привет, папа. Как ваши дела? О, папина шляпа. Руби молодец. Она такой хороший и рассудительный ребенок. Руби, у тебя есть идея? Клей? Что ты хочешь сделать? О, ты хочешь приклеить веревочку к папиной шляпе, чтобы она больше не улетала? Готово? Руби, кажется, клей уже не приклеивает. У тебя есть еще идеи? Руби, куда ты несешь шляпу? Что за идея? Почему так таинственно? Привет, дятел! Как дела? Руби, какой у тебя план? Стой! Ты испортишь папину шляпу. Руби, что ты хочешь сделать? Это последняя хорошая шляпа. Ты уверена, что в этот раз сработает? Отлично! Теперь лента будет держаться. Но все остальные шляпы были тобой испорчены. Пап, осторожно! С тобой все в порядке? Руби, ты хорошая девочка. Руби, кажется, папа заметил испорченные шляпы. Он очень зол.
Покажи папе хорошую шляпу. Папа, Руби не хотела их испортить. Она лишь хотела, чтобы шляпа больше не улетала. Поэтому попросила дятла ей помочь. Папа, это правда? Руби, кажется, папа тебя обидел. В будущем ты должна больше думать о последствиях. Ты поняла? Да.